Ленинский район – один из самых активно строящихся муниципалитетов Московской области. Поэтому праздник День строителя особенно важен для всех нас. Во дворце «Спортовидное» собралось очень много представителей этой профессии. Хотим вам пожелать семейного счастья, радости, успехов. И, конечно же, чтобы наш город всегда был очень красивым. Дорогие строители, с праздником вас! Праздником. Поприветствую! В те далекие годы, когда первостроители только создавали архитектурный вид города Видное, они, наверное, и подумать не могли, какой вклад вносят в развитие Ленинского района. Эти люди создавали то, без чего современный человек не представляет свою жизнь. Мы многим обязаны им, и об этом говорил глава муниципалитета на торжественном мероприятии, посвященном Дню строителя. Вы создавали наши города, наши села. Мы гордимся, какой у нас замечательный город Видное. И мы стараемся быть продолжателями ваших добрых традиций. Нам много еще предстоит сделать. И я уверен, что вместе мы все преодолеем. Я от всего сердца желаю вам, дорогие друзья, мирного неба над головой. Чтобы профессия созидателя, строителя всегда была почетной. Мира и добра вам и вашим близким. С праздником! Города растут, количество жителей увеличивается, появляется потребность в новых домах, и профессия строителя становится все более востребованной. Конечно, старожилам не всегда нравится, что когда-то бескрайние поля покрываются многоэтажками, но застройщики стараются сохранять зеленое наследие Видновского края. Мы не вырубаем лес, мы делаем его, наоборот, краше и благоустраиваем велосипедными дорожками, пешеходными дорожками, для того, чтобы было приятно и полезно для будущих жителей. Вместе с новыми домами строятся и социально важные объекты, которые, безусловно, делают жизнь людей комфортной. Поликлиники, стадионы, школы, детские сады. Ленинский район лидирует в Московской области по количеству сдаваемых образовательных учреждений. Таких школ, таких детских садов, которые строятся сейчас и в Ленинском районе, в Московской области, в мире нет. Но самое интересное, может быть, что-то похожее есть, но это для очень богатых людей. А здесь мы видим, это то, что, в общем, будет пользоваться простыми людьми, детьми из простых семей. И, конечно, это совершенно другого уровня воспитания и отношение к месту, где они родились, и воспитание местного патриотизма, что немаловажно. Благодаря строителям, которые на совесть реализуют все те хорошие начинания властей, повышается качество жизни людей. Важно сохранить и приумножить эти блага, ведь все зависит только от нас самих. Все зависит от нас самих, все зависит от нас самих. Ничего в мире нет такого, что не под масло было в нас. Юлия Погосян, Евгений Петров, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ.